Приветствую вас, дорогие мои подписчики, с вами Джон Летарже. И в этом видео я решил вам показать свои уходовые средства, которыми я пользуюсь редко. И первое средство наружное, называется «Свежесть», спрей для ног и тела. Ну, это что-то вроде дезодоранта, а только на спирту. Он дезинфицирует. Но он не антиперспирант. Он не забивает пор, он просто освежает и дезинфицирует. Тут у нас хлоргексидин спиртовый, масло чайного дерева и масло цитронеллы. То есть такой цитрусовый аромат у него. Такой прям свежий. Да, действительно, как лимон или как лайм. Второе средство марка Unilook. Скраб для губ. Вот так выглядит продукт. Ну, камера, конечно, не особо сейчас хорошо показывает. Ну, тут есть мелкие частички. После него губы становятся очень такие нежные, бархатные. Аромат такой ненавязчиво сладкий. Это у нас кремовая маска для лица питательная. Масло жожоба, шелк и масло авокадо. Эту маску надо наносить на 10-15 минут перед сном. И смывать не надо. И излишки только можно промокнуть ваткой или салфеткой. Аромат тоже ненавязчивый и приятный. Это крем массажный антицеллюлитный. Я много раз покупал средства этой фирмы, да и этот крем тоже много раз покупал вот такой. Но сейчас я им почему-то редко пользуюсь. Руки не доходят. Вот это вот классный матирующий тоник для лица «Лавандовая вода». Эффект фарфоровой кожи. Очищает и тонизирует. Там есть экстракт лаванды и гиалуроновая кислота. Ну, кожа действительно очень так хорошо освежается. Сам по себе тоник классно пахнет. Мне нравится. Ну, пользуюсь редко, просто лень. Это у нас средство для умывания. Свет мой зеркальце. Тут органический мелиссовый мед и свежая ягода асая. Он очень хорошо очищает. И выглядит вот так. Такой светло-бледно-розовый. Это натуральное кокосовое масло. Покупала я его уже давно. Это марка Флорисан. Тоже пользуюсь нечасто. Масло кокосовое можно использовать для чего угодно. И для волос, для кожи лица, всего тела, губ, ног и так далее. Это прям классика. И последнее средство. Это крем для рук. Кокос питательный. Nice Time. Хорошо то, что тут нет парабенов, как указано. Это прям круто. И покупал я его в сети магазинов Ярче. Ну, крем хороший у него. Консистенция такая достаточно жидковатая. Но он очень приятно, очень хорошо смягчает. И отлично впитывается. Я показывая эти средства, вспомнил их, поэтому буду пользоваться ими почаще, чтобы они не пропадали и не стояли просто так.
Это было все. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и помните, жить надо по фану.